Спасибо. Добрый день, коллеги и друзья. Меня зовут Владимир Полехов. Я представляю команду «Маркетинг». Мы приехали сюда не просто так, потому что такого формата решения. Полученную задачу мы сформировали для себя таким образом. Разбили ее на три части. Автоматизировать распределение заявок на доставку, то есть написать алгоритм, математическую модель, которая позволит максимально исключить человеческие факторы в сфере распределения заявок на доставку железобетонных изделий. Также данная система поможет создать общую площадку для всех участников процесса логистики. И третий момент, по ходу дополнительно получится более оперативно откликаться на сложившиеся кризисные ситуации. Наше решение выглядит таким образом. Технологический стек, все здесь стандартно. Единственное дополнение — сервис геоданных мы использовали от партнеров проекта. В чем суть алгоритма? Мы распределили по исходным данным точки на карте заводы и объект строительства. На основании этого алгоритм сможет распределять заявки между водителями. То есть здесь мы не смогли ввести данные о водителях. Алгоритм, к сожалению, не готов. Но, тем не менее, если обратить внимание, здесь есть лог событий. Именно это решение и чат, именно это решение поможет оперативно реагировать на любую сложившуюся ситуацию. То есть здесь время, место, где происходит событие и, собственно говоря, само событие. Если сюда кликнуть, то откроется сразу чат с объектом события. То есть это будь то доставка, будь то поломка автомобиля, ну и такого характера вопроса. Эффект от интеграции. Максимальная загрузка собственных автотранспортных средств, минимизация привлечения автотранспортных средств со стороны, что поможет сэкономить деньги. Также данный сервис помогает построить взаимодействие между всеми участниками процесса логистики. И также данный сервис поможет оперативно решать вопросы по кризисному менеджменту. Что все это в разрезе дает? Существенная экономия, конкретно в данном случае на логистике. Логистически автоматизированная система заявок поможет выявить все так называемые бутылочные горлышка в процессе логистики. То есть вы сможете увидеть и определить для себя очередность внедрения модернизаций далее технологических. Все это приведет к полной автоматизации поставок. И данное решение можно будет, собственно говоря, продавать. Мы рекомендуем данное решение внедрять также партнерам процесса. И все это вместе сильно повлияет на ускорение строительства. Как мы видим свое сотрудничество с ПИК? Так как мы не имеем компетенции в сфере строительства, таких как у вас, поэтому мы не можем работать отдельно. То есть здесь мы можем предложить либо формат фриланса совместного, либо в штат. Ну, а все вместе глобально это поможет нам осваивать и развивать высокотехнологичные методы бережливого производства на территории Российской Федерации в целом, потому что готовое решение, масштабируемое, оно интересно для практически каждого производства. Как мы видим развитие продукта? Изначально нужно будет закончить разработку алгоритма, ввести весь дополнительный функционал, который потребуется, далее масштабировать на все другие бизнес-процессы, и в итоге это ПО, как готовый продукт, можно
продавать не только своим партнерам, но и любому клиенту. Немного о команде. Капитан команды фулстек-программист Николай Вовк, москвич. Меня зовут Владимир, я представился из города Курска. И моя супруга-дизайнер Анна Дейли. В принципе, функционал, к сожалению, продемонстрировать не могу, потому что он не до конца готов. Готов ответить на ваши вопросы. Про модель ничего не можете сказать? Которая оптимизирует всю эту историю. Что именно сделано по задаче, кроме вот картинки? Понимаю. Повторюсь. Были расставлены объекты, исходя из координат. Были также на карте распределены заводы. Здесь это поможет диспетчерам понимать, где находятся автомобили,